Новоренгойские спортсмены в составе региональной сборной приняли участие в первенстве Уральского федерального округа по боксу. Турнир состоялся в Екатеринбурге. За медали и право выступить на всероссийских соревнованиях боролись более 160 спортсменов из Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей, Ямала и Югры. Боксеры газовой столицы принесли в копилку сборной 3 медали. Среди них единственная награда высшей пробы, которая досталась команде Арктического региона. Павел Прожогин побывал на тренировке наших бойцов. Радость от победы и горечь поражений позади. Теперь нужно двигаться дальше. Уральское первенство стало своеобразным экзаменом для ямальских боксеров и тренеров. То, что большинство наград высшей пробы досталось хозяевам турнира, наставник новоуренгойских спортсменов считает закономерным. Когда получалось, что боксировали со Свердловском, там было немножко посложнее. Дело в чем? У них вот там, где непосредственно проходили соревнования, очень хорошая база боксерская. То есть там где-то зал на 7 рингов. Оснащен также мешками очень хорошо. Новоуренгоец Константин Васюта выступал в весе 54 килограмма, смог дойти до полуфинала. До боя за золото в своей категории не хватило лишь одного шага. Боксер из Свердловской области оказался сильнее. Впрочем, отмечает Константин, никто и не ждал, что будет легко на соревнованиях такого уровня. Турнир на РФО был нелегкий, все приехали сильные. Ну, надо было постараться, чтобы занять хотя бы призовое место там. Не хватило опыта, наверное, скорости. Мирочек выполняем правильно. Не опасное движение головой, а немножко ножку поближе к нему и подтяли. Приготовились. Сейчас новоуренгойские боксеры с головой ушли в тренировочный процесс. Соревновательный календарь еще не закрыт, расслабляться некогда. Совсем скоро спортсмены смогут еще раз продемонстрировать упорство и волю к победе. Буквально вот сейчас готовятся команды выезжать на «Динамо». Это общество, которое будет проходить в Нижневартовске. Мы готовим опять наших ребят, 7 человек, отправить туда. Первенство общества «Динамо» имеет статус всероссийского. Чтобы подняться на пьедестал этого турнира, новоуренгойским боксерам придется продемонстрировать весь арсенал навыков, полученных на тренировках. Павел Прожогин, Николай Александров, служба новостей «Импульс».